Замиокулькас – это вечно зеленое клубневое растение с темно-зелеными глянцевыми листьями. Его используют как декоративный цветок, и он не требует особого ухода. Прекрасно себя чувствует как в жарких, так и в прохладных помещениях. И еще, цветок хорошо размножается листочками, поэтому проблем с его укоренением не возникнет. А как укоренить замиокулькас, нам показала наш эксперт, ведущий агроном Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандикова. Для укоренения нам понадобится зип-пакет. Подбираем небольшую емкость. В нашем случае это пластиковые стаканчики. Нам понадобится еще грунт, торф, вермикулит и немного перлита. И также препараты Эпин Экстра и Корневин. Срезать для укоренения замиокулькаса нужно листву не столь старую и не слишком молодую. После того, как мы набрали нужное количество листвы, мы оставляем ее в состоянии покоя на 2 часа, для того, чтобы листки отлежались. В это время можно подготовить грунт. Для этого мы используем 50% почвы, куда добавляем 50% вермикулита. Помещаем туда же совсем немного перлита. Все тщательно перемешиваем. Смесь у нас готова, такая смесь очень хорошо пропускает влагу. Прежде чем приступить к заполнению наших стаканчиков, нам необходимо сделать здесь дренажные отверстия. Делать мы это будем с помощью ножниц. Вот с таким делаем вот такие небольшие надрезы. Заполняем наши стаканчики приготовленным грунтом. После этого готовим раствор для того, чтобы полить наши саженцы смесью Эпин Экстра. Добавляем мы сюда 4 капли на 500 мл воды. Но так как у нас здесь не совсем столько воды, мы добавим всего лишь капельку. Вмешиваем. И проливаем. Прям хорошенько проливаем наши стаканчики. После того, как листочки отлежались, берем корневин, засыпаем его в любую емкость и кончиком листочков обмакиваем его. Корневин помогает усилить корнеобразование. Вертикально помещаем наш листочек в почву. А теперь нам необходимо создать тепличный эффект. Обязательно ставлю стаканчик в пакет для того, чтобы контролировать влажность. Можно в один пакет, если помещается, поставить сразу 2 стаканчика. Ставим эти стаканчики на солнечное место. В дальнейшем недели через 3-4 листочек укоренится. Что хочу сказать по поводу полива. Проводят полив только после полного высыхания грунта, иначе нередко происходит загнивание корней, приводящее к гибели цветка. Чтобы показать, как выглядят корни замиокулькаса после их укоренения, Люба показала нам ранее посаженное растение. Напомню, что месяц-полтора назад они были посажены. Вот образовался уже клубень достаточно большой, и такая мощная корневая система отросла у нас. Пользуясь такими несложными советами, вы сможете укоренить и размножить цветок замиокулькас. Кроме того, что он выгодно смотрится и украсит ваш дом, его очень часто называют долларовым деревом. Может, он и деньги приносит.